«Искусство, рожденное в чуме». Выставка под таким названием скоро откроется в музейном ресурсном центре. Сейчас специалисты учреждения заканчивают процесс монтажа. Экспозиция расскажет жителям города о роли женщины-представительницы коренных и малочисленных народов Севера. В инсталляции будет представлено традиционное творчество ненцев и ханты, которое тесно переплетается с бытом коренных северян. Уклон будет сделан на знаменитые орнаменты, которые, по мнению жителей тундры, обладают некой магической силой. Выставка начнет работу 1 июня и продлится до 25 августа. В орнаментах северных мастериц отображена вся природа Севера. И у посетителей будет возможность окунуться в мир прекрасного, увидеть, какие бывают орнаменты, и попробовать самим изготовить орнамент на мастер-классах, которые будут проводиться в рамках работы выставки. И мы приглашаем всех гостей и жителей города посетить нашу выставку и окунуться в мир прекрасного.